25 февраля. Киев. Я знаю, что сегодня будет что-то особенное происходить. Каждый будет переживать помазание Святого Духа. Есть люди, которые получат исцеление от неизлечимых болезней. Это происходит каждый раз. Апостол Владимир Мунтян. Дух Святой, Он подойдет сегодня к тебе. Он коснется сегодня тебя. Он сделает что-то в твоей жизни. Дух рака, дух онкологии, я приказываю тебе, убирайся вон во имя Иисуса. У экрана телевизора принимайте исцеление. В этом зале люди, у которых онкология, принимайте исцеление прямо сейчас. Сила Святого Духа! Было слово знание, молился апостол, что разрушается родовое проклятие онкологии и рака. Я приняла это, потому что это мое исцеление. Сдали анализы на онкомаркеры. Все анализы в норме. 25 февраля. Киев. Храм Святого Духа. 14:00. Крусейд с молитвой за исцеление.